Кстати, вы знаете, что такое встреча выпускников? Это старый корпоратив. Туда собираются для какой цели? Что? Помацать, да. Кому не домацал, да, все-таки. Бухнуть и показать, какой ты красавчик, что все уроды, а ты как бы трахнуть тех, кто считал, что ты не, ну, что ты недоделанный. А сейчас ты подъехал на Мерседесе, ну что, суки, ошиблись. Да, да. Кстати, такие вот бывшие неуспешные парни часто спонсируют выпускной, чтобы все собрались, посмотрели, какие они. Да, да. Поэтому нет смысла туда ходить. Для чего выпускной? Посмотреть, как все постарели? Что там можно вспомнить? Посмотреть на старых, чужих людей, которые тебе всегда были чужие. Они были чужие тебе всегда, потому что ты не выбирал эту школу. Ты просто туда попал. Мы же заметили, дружим в садике, куда нас скинули. Мы не выбирали этих людей. Школы, лагеря, армия, там, институт, там, что-то такое. А когда дело доходит, чтобы выбрать себе друзей, мы выбрать не можем. Вы заметили, у взрослых нету меньше друзей, реально. Почему? Потому что насильно их никто никуда не сгоняет. Вот корпоратив это, видимо, это же. Я не настаиваю. А то, что скажете, Сатя не любит выпускные. Не люблю вообще и не хожу туда, потому что это позорище просто.